все прошло? Вообще не имел опыта до этого коммерческого массажа, так вообще, то есть профессионального массажа. Занимался только массажем там по семье. Приехали вместе с мамой. Мама мне предложила, я приехал. Она профессиональный массажист. Ну, вообще погрузились в атмосферу такого доброго дома. Да, здесь не только просто обучение, да, то есть оздоровление. Мы друг друга оздоровили. Группа вот нас состояла из 5 русских и 1 американки, в принципе. И вот мы друг друга оздоровили здесь с помощью кунье, с помощью тренировок, с помощью питания, которое здесь происходит. Как дом отдыха, то есть здесь воздух, отличный же в горах, питание. Я мясоед по жизни, я без мяса жить не могу. Ну, извините, 2 недели я здесь живу без мяса и на одном этом. Я думаю, большая проблема. Опыт по массажу, ну, очень понравилось. Тем более, мне поддержались хорошо. То есть я вообще первый раз занимался массажем, мне очень понравилось. Реально. То есть сначала казалось, мы просто поглаживаем, да. Сама технология, вот, когда работаешь, нарабатываешь, да. То есть сначала старт вроде так ерунда, а потом начинается движение в организме. Просто я где-то скинул где-то килограмм, наверное, за неделю, килограмм 5-6, наверное, за это время. Просто массаж и питание диетическое, как называется, веган. Ну, веган, конечно, не стану, но реально. Очень хороший центр, очень хорошие хозяева, обслуживание, питание. На все условия созданы. Огромное спасибо нашему гиду-переводчику Ларисе, которая поддержала, встретила нас и помогала во всем. Ну, больше нечего сказать. Я доволен. Я отдохнул реально и хочется вернуться еще раз.